Хоть бы раз иметь времени больше, чем сутки. Где остальное? Ты не выполнил норму. Расценки же выросли. Норма тоже. 2 часа. Всегда был час. Теперь 2. Цены растут. Тут пешком 2 часа, а у меня 1,5. Так бегите. Бедняки должны умирать. Так работает система. Что это значит? Ты что, правда не знаешь? Сколько тебе по-настоящему? 28. А мне 105. Времени больше, чем достаточно для всех. У одних миллионы лет, а у большинства только дни. И они умирают ради бессмертия избранных. Бессмертных не должно быть, раз умирает хоть один человек. Ты же не отсюда, да? С чего ты взяла? Ты другой. Идем. Камера засекла подозрительное поведение. Его зовут Уилл Саллес. Он не должен быть здесь. Что будем делать? Воровать? Брать ворованные, не кражи. Они заплатят мне. Давайте, бегите! Время бесплатно! Где вы его взяли? 1000 лет не в тех руках угрожает системе. Я остановлю его. Просто все хотят жить вечно. Мы не должны жить вечно. Мы тебя поймаем. Посмотрим. Он виновен не в воровстве, а в раздаче времени.